Опять спишь до полудня? Лень идти на работу и нет настроения? Поздравляю тебя, парень. Ты попал в ловушку. В ней находится большинство населения земного шара. Это пропасть для слабых духов. Для тех, кто не хочет работать над собой. Не удивляйся своим посредственным результатам в жизни, маленькой зарплате и отсутствием уважения. У тебя есть все, чтобы стать сильнее. Сделать первый шаг к своему успеху. Начинай с малого. Следуй курсу. Не отходи от своей цели. Только так, ты слышишь, можно достичь результата. Будь верен себе и своему сердцу. Научись говорить «нет». Откажись от всего, что тебя тянет вниз. Забудь о комфорте, его не будет. Ты должен пахать, быть сильным духом. Ты просто обязан создать себя заново. Действуй, все в твоих руках.